Колизеум. Это, наверное, центральный какой-то, типа универмага у них. Да? Ой, какой красивый, здоровый. Сейчас посмотрим. Можно по той стороне перейти, в принципе. Можно и по этой. Пойдем в зеленую. Очень красивый город этот, Барселона. И вот все, в основном, огромное количество зданий, вообще вот этот центр архитектуры, вот такой вот, типа вот этого Колизеума. Правда говоря, даже близко-близко не ожидал, что этот город называется Обама, Британская Африка. Да? Обама? Ага. Обама. Британская Африка. Барак Обама. Да, да. Британская Африка. Какой-то памятник кому-то здесь стоит. Что, разобралась там? Куда? Сейчас давай зайдем в этот Колизеум, посмотрим, что там вообще. И потом дальше уже. Когда все равно в ту же сторону, правильно? Или нет? Да. Да? Так, пойдем. Пойдем, пойдем. Пойдем сразу сюда. Да, этот нас не хочет. Пропустить. Смотри, какой прикольный цвет. Где, где? А, это бык. А, бык. Хочет так, пойдем сюда. Да, какой-то бык-философ. Он, наверное, размышляет об этих. А вот это, боях вот этих, которые быков где убивают. Тореадоров. Думает о тяжести всей судьбы бычьей. Так, пойдем прямо. Ну, скорее всего, что еще может быть, если не магазин? Только он закрыт. Не-не, что-то на магазин не похож. Здесь какие-то выставки просто. Это как типа на ВДНХ, наверное, в этом. Сейчас посмотрим. А, пойдем на ту сторону, а там вход. Спросим, что там. О, что это по людям? Вот в охране. Так, друзья, пока все. Сейчас узнаем, что здесь. Смотрите обзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.